Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и как обещал, делюсь с вами информацией, которую я смог получить в отношении того события, которое произойдет сегодня вечером, а именно новогодний стрим. Как все вы знаете, за просмотр данного стрима можно получить себе подарочек какой-то неизвестный, хотя я уже знаю, что это будет, и можно поучаствовать в розыгрыше целых 100 снежных шаров. Как это сделать? Что необходимо для того, чтобы нормально зарегистрироваться и поучаствовать? Многие интересовались, потому что не владеют английским языком, и просмотр данного стрима это, в принципе, как радио послушать с какими-нибудь там англоязычными песнями, но не получить никакой информации, о чем конкретно в песне пели. Так вот, ребят, когда вы нажмете на вот эту вот ссылочку, вы автоматом перепрыгиваете на официальный канал World of Tanks Blitz, ну и, соответственно, здесь уже запланированная трансляция ожидает вас. Как видите, уже 537 зрителей ждут данной трансляции, ну и, соответственно, можете нажать «Прислать уведомление», либо просто отслеживать по времени. Когда будет трансляция? Трансляция будет начинаться в 19:00 по CEST. Если вы не знаете, что это в вашем часовом поясе, то не есть проблема, поскольку вот здесь вот внизу пишется четкая дата и время по вашему часовому поясу, когда конкретно начинается трансляция. И для меня она начинается, как видите, через 4 часа в 20:00. Что касается того, как зарегистрироваться и что будет происходить. Ну, во-первых, один из ведущих, а именно Александра, будет русскоязычным ведущим, ну и, соответственно, я так понимаю, что все-таки дадут информацию, когда конкретно необходимо будет отправлять свой игровой никнейм и ID. Как это сделать? Эта регистрация необходима для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше конкретно снежного шара. Для этого мы сейчас на секунду вернемся в игру, и я вам покажу, где взять ваш игровой никнейм и ID безошибочно, так, чтобы 100% информацию дать разработчикам, чтобы именно вам подарок был начислен и было 100% совпадение. Заходите в свой профиль. В профиле нажимаете вот сюда вот. Ну и, соответственно, появляется сообщение о том, что никнейм и ID скопированы. Ну и, соответственно, ребят, здесь я рекомендовал бы сделать следующее. Открываете соседнюю вкладку и где-нибудь там в адресной строке или куда-либо еще добавляете, вот как видите, игровой никнейм и ID, который в будущем вы точно так же, как и многие другие участники данного чата, вот так вот просто скопируете, вставите, ну и, соответственно, отправите, как это сейчас сделал я. У меня нет точной информации в отношении того, нужен ли вот этот ID или надо указывать только лишь свой игровой никнейм. Почему я и сказал, скопируйте куда-нибудь на отдельную соседнюю вкладку, для того, чтобы в случае необходимости вы могли отправить либо целиком полностью всю эту информацию, либо вот так вот скопировать исключительно ваш игровой никнейм, ну и, соответственно, его тоже отправить в нужный момент в чат. Помните о том, что частота отправки сообщений в этом чате составляет не более одного сообщения в 20 секунд. То есть, если вы одно сообщение отправили, вам придется подождать 20 секунд для того, чтобы иметь возможность отправить, как видите, второе сообщение. Мне еще ждать 4 секунды. Короче говоря, ребят, что необходимо сделать для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше? Прийти на трансляцию, побыть на трансляции, скорее всего, посмотреть ее. Возможно, отправка вашего игрового никнейма и ID необходима будет в конкретный момент стрима, а не с самого начала и, возможно, не обязательно, что в самом конце данного стримчика. Ну и что касается подарка, который обещали разработчики. Разработчики говорили о подарочке, и подарочек действительно будет каждому пришедшему на эту прямую трансляцию. Что это будет? Это будет бонус-код, который будет не ограничен по количеству введения, по крайней мере, в пределах того количества зрителей, которые пришли на прямую трансляцию. То есть на прямой трансляции будет опубликован бонус-код во время прямой трансляции, который вы должны будете ввести. Рекомендую это сделать максимально быстро, дабы не закончилось количество введений, потому что если будет ограничено количеством зрителей, то, соответственно, допустим, 2000 зрителей есть, соответственно, 2000 активаций возможно. Поэтому для того, чтобы не разбежался этот бонус-код по каким-то соцсетям, рекомендую находиться на трансляции, ну и, соответственно, вовремя его ввести. Я очень надеюсь на то, что моя информация была для вас полезна, и если она была таковой, лайкните данное видео и напишите, пожалуйста, комментарий в поддержку канала с целью его развития. Стараюсь специально для вас, подписывайтесь на канал, если вы за свежие новости и правдивую информацию обо всем, что происходит в нашей игре. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.